За помощью в полицию обратилась 86-летняя жительница одного из муниципалитетов Московской области. Женщина пожаловалась правоохранителям на мошенничество и рассказала, что накануне пенсионерке позвонила девушка, представилась ее внучкой. Рассказала, что якобы стала виновницей серьезного ДТП, и теперь, чтобы избежать уголовного наказания, ей необходима крупная сумма денег. После вполне убедительной лжи трубку перехватил другой соучастник преступления, который представился сотрудником дорожно-патрульной службы. С ним пенсионерка договорилась о порядке передачи денежных средств, и в назначенное время женщина передала 500 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий одного из злоумышленников задержали в городе Москве. Полицейские изъяли у него похищенные деньги и вернули их потерпевшей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Следствие предполагает, что задержанный может быть причастен к совершению еще одного преступления в отношении пенсионерки из Подмосковья. По предварительным данным, у нее мошенники украли 300 тысяч рублей. В настоящее время устанавливаются личности возможных соучастников криминальных деяний.